Для снижения заторов в направлении из Сочи в сторону Адлера предусмотрено перераспределение транспортных потоков по дублеру курортного проспекта, по самому курортному проспекту и по обходу города Сочи. Следите за временными знаками и разметкой. Временно несколько изменится, а также схема проезда по дублеру в этом районе в направлении из Адлера в центр Сочи. Там автомобили будут направляться по одной полосе, так как во второй будет идти встречный поток. Рабочее движение по Мацестинскому тоннелю будет открыто 15 июня.